Всем привет! Сейчас будем устанавливать вот такую крутую карту на Minecraft. Посмотрим скринтоны. Карта как бомбоубежище подземное. Очень интересная и красивая. Итак, для того, чтобы установить такую карту, вам нужно по ссылочке под видео скачать архив, распаковать его. Далее идем в расположение файла Minecraft, папка Minecraft, Savas. Открываем папочку нашу распакованную и скидываем сюда. После чего все закрываем, запускаем нашу игру Minecraft и всего лишь навсего выбираем наш мир. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте классы. Я также буду снимать интересные видеоролики про Minecraft. Не забудьте подписаться на канал. Пока!